взрослым. Детям не нужно ходить на работу, не надо как взрослым денежкам зарабатывать. Потому что у взрослых много проблем. За квартиру платить, детей кормить. Детям не разрешать. Нам ничего, нам все запрещают. Телевизор смотреть не дают. Взрослым. Ну, готовят, сами убирают. Взрослые проблемы, у детей детские проблемы. Чем взрослее человек, чем больше проблем. Взрослым, потому что им приходится туда-сюда ходить. Потому что у детей нет забот, а у взрослых вот так забот. Взрослым, потому что люди, когда они на работе находятся, они, может быть, так до вечера, что они устанут, потом придут, еще им готовить надо, убирать. Детям. Потому что взрослые все знают, а нам только еще учиться и учиться.